Подождите, я вам помогу. Нет, это я сама. Хорошо, как скажете. Куда? Поезжайте в город, на площадь к ротонде. И можете не спешить, я не опаздываю. Где Лиза? Что с ней? С Лизонькой ничего не случилось, вы не переживайте. Где она? Да вы успокойтесь. Пойдемте, я вас к ней проведу. Она заперлась у себя в комнате, никого не впускает. И не выходит оттуда. Она отказывается есть. Сколько она не ела? 2 дня. Она сказала, что будет говорить либо с отцом, либо с вами. Я вас очень прошу, поговорите с ней. Я не знаю, что мне делать. Лариса, куда идти? Пойдемте со мной. Проходите. Спасибо. Она здесь. Разрешите, пожалуйста, я одна с ней поговорю. Простите. Хорошо. Лиза. Лиза, ты меня слышишь? Лиза, девочка моя, открой, пожалуйста. Мне очень нужно с тобой поговорить. Не открою. Я тебе никакая не девочка. С папой меня предали. Я только теперь все поняла. Я вам надоела. Вы мне даже ни разу не позвонили. Я вам только мешаюсь. Лиза, но это же не так. Мы с папой очень тебя любим. У нас были серьезные причины, чтобы так поступить. У нас просто не было другого выхода, понимаешь? Я правду тебе говорю. Поверь. Пожалуйста, открой дверь. Какие могут быть причины? Вы же сами от меня отказали. Разве нет? Я вам надоела. Вы решили, что вам вдвоем будет лучше. Это все совсем не так. Правда. Ну как ты можешь так говорить? Ты для нас самый важный, самый главный, самый родной человек. Господи. Поверь мне, мы никогда тебя не оставим. Это правда. Прости нас, пожалуйста. Если ты совсем не хочешь меня видеть, я уйду. Но если ты не будешь есть, я тоже не буду. И пусть нам двоим будет плохо. Лиза. Лиза, я понимаю, тебе трудно, но ты должна попытаться нас с папой понять. Хотя, конечно, ты ничего не должна. Знаешь что? Я помню, когда я была маленькая, моего папу ранил на войне, и моя мама поехала к нему, а меня с собой не взяла. Она просто не могла меня взять, там было слишком опасно. А мне было так грустно и горько. И я тоже на них обиделась и с ними не разговаривала. А что было потом? А потом... Потом моя мама ушла насовсем, а недавно ушел и папа. И они опять меня с собой не взяли. И ты на них
до сих пор обижаешься? Кажется, да. Так что, пожалуй, ты имеешь полное право обижаться на нас с папой. Но только, пожалуйста, знай, что мы очень любим тебя всем сердцем. Я тебя так ждала. Спасибо тебе, Лиза. Я тебя никогда-никогда не оставлю. Спасибо тебе. А почему никто не ест? Я что, должна все сама съесть? Ешь, солнышко, ешь. Мы не голодны. А жаль. Все очень вкусно. Я всегда буду рядом. Я всегда буду помогать Лизе. Я буду давать деньги. Буду покупать ей вещи. Но жить она должна с вами. Вы ее семья. А я всего лишь женщина, которая отказалась от нее. Вас подождать? Нет, спасибо. Большое спасибо за помощь. Мой водитель вас отвезет. Спасибо. Ну что, поехали? Стой. Я сейчас приду. Ты приезжай к нам, ладно? Когда хочешь, тогда и приезжай. Обещаешь? Обещаю, солнышко. Пока. Убирают. Поехали. Раз я тебе не нужна, значит, и деньги тебе не нужны. Обойдешься. Ничего, я найду им другое применение. Вместе.
подонок! Да чтоб ты сдох! Чтоб тебе места мало было! Мама! Иди. Что случилось? Да вот мужчина фальшивыми деньгами расплачивается. Вон тот. Понятно. За тебя. Добрый вечер. Старший лейтенант Орехов. А в чем дело? Старший лейтенант Орехов. Проблемы? Пройдемте с нами. Руки убери! Давай, что? Руки убери! Да я вас всех пору! Вперед. Руки убери, я сказал! Да, давай, идем! Привет! Подожди, у меня для тебя сюрприз. Какой сюрприз? Папа, это я сюрприз! Thank you.
О. Тетя Клав, ты куда? А... Клав, ты куда это намылилась? Ну, уезжаю, тетя Клава. Уезжаю. Спасибо вам. Все хорошо у вас, душевно, прекрасно, но просто невозможно так. Надо как-то жизнь устраивать и вам, и мне. Так, а куда вы собрались? Куда поедете? К сестре поеду. В Тамбов. Поеду, у меня там сестра. Она одна, я одна. Вдвоем веселее. А то чего я? Ни гостиницы, ни... никому не нужна. Подождите, что значит никому не нужна? А мы? А я? Вы же мне как мама. А Юра, а Лиза? Вы о нас подумали? Тетя Клав, не уезжайте. Ну что вы? Клав, заканчивай этот спектакль. Пойдем в дом. Пойдем. Никуда мы вас не отпустим. Лапушка. Ой. Давай. Я сделала ровно 1000. Теперь мое любое желание исполнится. Ты моя хорошая. Ну ты даешь. Кто там, Юр? А? Полиция опять. Лизонька, иди к себе. Иди. Нет, я останусь с вами. Здрасте. Здрасте. А, где Клавдия Петровна? Да, Петя, что? Клавдия, можно тебя на минутку? А что случилось? Ну, идем, говорю. Что такое? Говори, не томи. Ты Венеру-то видела? Петь, что случилось? Я тебя умоляю. Погоди, погоди. Женишка ее взяли с фальшивыми деньгами. Понимаешь, и он утверждает, что фальшивки – это плата за твою гостиницу. Не мое дело. Ну, вообще да. Не мое, потому что гостиница больше не моя, Петь. Ты знаешь. Слушай, это… ты русский язык понимаешь? Я тебе объясняю, что за гостиницу заплатили фальшивыми деньгами. И что? А то, что этот договор никакой юридической силы не имеет. И гостиница формально твоя. Ты мне, кстати, за прошлый месяц еще должна. А? Да это вдвойне. Если я гостиницу верну, то просто это вот… Ну, ладно, ладно, тебе. Погоди, погоди благодарить. А твою им гостиницу потом благодарить будешь. Ладно? Ой, ладно, все, бывай. Что случилось? Ничего не случилось. Нет проблем. Ну чего, Клавдия? Все хорошо.
Ой, как же хорошо здесь. Красота. Ты довольна, мам? Да. Все случилось, как ты сказала. Эдик – подонок, а я доверчивая дура. Да. Мам, ты, как всегда, была права. Ну, знаешь, права, не в этом дело. А Эдика арестовали. Как арестовали? Ну, так же. Деньги от продажи гостиницы оказались фальшивыми, значит, сделка юридической силы не имеет. Так что это все... Ай, наше. Все, хватит. Некогда. Давай, пора номера убирать, полы драть, белье стирать. Давай, вставай. Мам. Прости. И говорит он ей: полюбила ты меня в образе чудовища безобразного за душу мою добрую и за любовь мою к тебе. Полюби же теперь меня в образе человеческом. Спит. Пойдем. Вот так. Опа. Кто пришел? Он там! Кто пришел, моя хорошая? Где? Юра, Игорь, он там! Где? Он в окне! А? Он пришел за мной. Наденька, да здесь нет никого, посмотри. Ну что ты, не переживай. Посмотри, никого нет. Кого ты испугалась? Малышка, ну что ты? Успокойся, моя хорошая, успокойся. Успокойся, все хорошо, там нет Юрочка, никого. Там Игорь. Да нет там никакого Игоря, маленькая. Успокойся, крошка моя. Все хорошо. Там нет никого. Правда? Ну, конечно. Ты что, испугалась? Малышка, Юра. Ты что? Все хорошо. Юрочка. Маленькая, испугалась. Мне показалось. Прости. Ничего страшного. Я думала, что уже ничего не боюсь. А вот как? Ничего, бояться это нормально. Ты об этом больше не переживай, я рядом. Thank you.
надо этого делать, пожалуйста. Ты что здесь делаешь? Я за тобой приехала. Не делай этого, пожалуйста. Игорь, послушай меня. У нас с тобой еще все может получиться. Игорь, я тебя люблю. Я люблю тебя. А ты любишь меня? Я знаю, ты любишь меня. Нет, Лид. Я умоляю тебя, поехали домой. Я не люблю поехали. Тебя. Поехали, не надо тебе убивать людей, не Лида, надо этого делать. Я не люблю делать. Тебя, ты слышишь? Ну ты же не такой, ты же не убийца, ты же хороший. Поехали домой. Лид, я не люблю тебя. Не надо убивать людей. Души! Где я? Что случилось? Где Лиза с Юрой? В машине твоя девчонка спит. А Юра? Нет больше Юры, понятно? Нет его. Что? Нет, не поможет больше тебе твой Юра. Что? Понятно? Игорь, что ты с ним сделал? Игорь, отвечай! Постыдилась бы проститутка хотя бы перед смертью. Про мужиков чужих не спрашивай. Пожалуйста, не делай этого. Игорь, ты же не такой! Я не такой. А какой я? Мне вообще ничего не нужно было, понимаешь, ничего. Кроме себе ничего не надо было. Игорь. Не надо. Пожалуйста, я прошу тебя. Отпусти нас, Лиза, я прошу тебя. Мы с тобой поговорим, мы все решим. Говорим.
Можешь решить? Мы все решим, я прошу тебя! Десна, сюда иди! Пожалуйста, не делай этого, пожалуйста! Ты уже все решила, понятно? Игорь, она ребенок! Ты уже все решила, за себя послушай и за меня! Послушай меня! Ты все решила уже! Ты и за себя все решила, и за меня все решила! Пошли! Прошу тебя, пожалуйста! Я прошу тебя, Игорь! Мы с тобой поговорим! Мы все решим! Ты меня убьешь, Игорь! Отпусти меня! Пошли! Отпусти нас! Пусти! Игорь! Прошу тебя! Прошу тебя! Надя, я здесь! Отпусти ее, негодяй! Лиза, а сейчас папа Лиза, придет, он тебе всю морду расхватит! Надя, Надя! Отпусти ее! Надя, не иди с ним, не иди! Сопротивляйся, врежь ему когда-то! Я знаю, ты можешь! Игорь, пожалуйста, отпусти ее! Она маленькая девочка, она тебе ничего не сделала! Слышишь, она ребенок! А ты? Что ты сделала с моим ребенком? Ты убила моего ребенка! Моя мать умерла из-за тебя, ты понимаешь? Ты все разрушила! Ты все разрушила! Пошла! Где они? Он увез их. Куда? Не знаю. Ждите меня здесь. Помогите ей, пожалуйста. Не делай этого, Игорь, я прошу. Пожалуйста, я прошу тебя. Что? Ты ведь не убийца, Игорь. Миленький, ты не можешь этого сделать. Прошу тебя. Я прошу тебя, пожалуйста, не надо, Игорь! Опомнись, опомнись! Заткнись, пожалуйста, слышишь? Заткнись! Я прошу тебя, заткнись! Игорь, заткнись, смотри, я прошу на меня! Посмотри на меня! Посмотри на меня! Ты же другой! Ты этого не сделаешь! Вспомни, как мы любили друг друга! Вспомни, любили. Как все было хорошо! Конечно. Помни, что было же что-то хорошее! Что-то было хорошее! Послушай, мы всегда будем... Пожалуйста! Мы всегда будем Господи, вместе! Пожалуйста. Мы всегда будем вместе, слышишь? Отойди, детка, отойди, пожалуйста, отойди. Ну-ка, иди сюда ко мне. Иди. Папа, спасай Надю, они там в воде. Надя! Давай. Вот так.
Там никого нет. Ясно. Тело не найдено. Я понял. Ладно, на сегодня свободно. Все. Все кончено. Пойдем. Так.